Из всех белых русские самые пугающие. Приветствую тебя, ищущий. Сегодня мы с тобой поговорим, почему в России столько быдла, агрессивных людей и вообще так ли это? Вы наверняка не раз встречали пранкеров, которые делают всякие опыты на улице с людьми. Да, я ненавижу пранкеров, но тем не менее можно в сети заметить такое, что люди выходят с камерами, какие-то блогеры, и начинают просто выдумывать какие-то сценки и смотреть, записывать реакцию людей на это. В новом социальном эксперименте мы проверим, как люди на улице отреагируют на то, что человеку становится плохо среди бела дня. Даже известный блогер Соболев так начинал. Вот, например, посмотрите, как он сердцем падал на землю. А актер без Оскара. А я проверю, как отреагируют люди на ту же самую ситуацию. Как по мне, так это действительно так. У нас в России действительно очень много злых людей. И это мы видим каждый день на улицах, в лицах, в поведении людей. Потому что стоит просто подойти к какому-то человеку буквально вот с каким-то вопросом, и ты уже видишь его нахмуренные брови. Потому что человек сразу ожидает от тебя что-то плохого. Давайте просто посмотрим, что думают люди по этому поводу. Обычные перемяки в город, где я проживаю. Я просил где-то 100 человек, но согласиться сниматься, вообще отвечать на вопрос на камеру, согласились немногие. Давайте посмотрим. В Америке, в Европе бытует мнение, что русские — это достаточно, ну, такие жесткие, агрессивные люди. Почему так происходит, как вы думаете? Я не знаю, может, от того, что думают, что нас медведи ходят. Но я не была в Америке, не была в Европе. Понятно, спасибо. Живу на Урале, никого не знаю. Потому что у нас живут медведи. И как вы думаете, почему так происходит? Я не знаю, потому что молодежь нас спрашивает. Не знаете. Ну, у вас предположений никаких нет? Нет. Ну все, спасибо. Ни у кого нет предположения, у меня есть предположение. Сейчас новые люди подходят, спросим у них, как они думают. Здравствуйте, можно вас вопрос задать? Не стоит. Не стоит, хорошо. Что русские — это достаточно такие жесткие, агрессивные люди. Как думаете, почему они так думают? Наверное, потому что многие люди могут спокойно там, не знаю, в общественных местах купаться в фонтанах, там, не знаю, пить, курить. Понятно. На детских площадках. Понятно, а вы что? То же самое, как бы. Спасибо. Русские — это достаточно жесткие, агрессивные люди. Как думаете, почему они так думают? Это стереотипы. То есть, ну, нет, понятно, а почему они могут так думать? Ну, в каждой стране есть какие-то стереотипы, ну, о, да, нас. Я не знаю, почему они так думают. Ну, в общем, у вас нет предположений, да? Ну, может. Да, нет. Ну, хорошо, спасибо. Почему они так могут думать? Потому что они полны стереотипов о русских. Да. А, ну, а что этому причиной служит-то? То есть поведение какое-то русских там где-то за границей или как? Или просто вот есть ничем не обоснованный стереотип по стране? И... Я думаю, есть основания для таких стереотипов. Многие, которые люди русские, которые путешествуют, могут вести себя неподобающе. Ну, то есть поведение, да, наше, да, вот за границей, видимо, тоже способствует этому. Спасибо большое. Камеру нельзя? Ну да, на камеру нельзя. А вам? Нет, это видеоблог. Просто опрос населения. Не хотите, да? Хорошо. Все боятся камер. Вот в Америке, в Европе многие думают, что русские люди — это достаточно такие жесткие, агрессивные люди. Почему они так думают? Как вы думаете? Я думаю, что не все так думают. Ну вот есть такое мнение, вот наряду там, что там русские пьяницы все, и плюс еще и агрессивные люди. Ну это кто в России не бывал, наверное, думают. Быстрее всего. Я думаю, бывал, по телевизору внушают. По телевизору внушают. Им, да? Конечно. Спасибо. А с одной стороны, подождите, вот у меня так знакомая живет в Англии, да, так, в Лондоне. И она приезжала со своим сыном, ему было 9 лет. Так.
И вот ему первый раз, он когда был, он сказал, русские, мне здесь не очень понравилось, потому что даже спасибо люди не говорят. Я им дверь открыла, они мне спасибо не сказали. Ну да. Это было. Да. Мальчишки были, ему сейчас 19. То есть какие-то поступки, да, вот нас где-то вот, либо они к нам приезжают, мы как-то ведем себя так, по их мнению, либо за границей. Воспитания не хватает. Понятно. Спасибо. Они на камеру, мне надо. Как вы думаете, почему они так думают? Из истории. Не знаю, я был в Европе, там никто так не считает. Ну, из тех, кого я знаю. Угу. Ну, просто, может, это у вас друзья, вот так вот, там, наряду с тем, что русские там пьяницы, там, плюс еще они думают, что мы достаточно такие агрессивные. Ну, это же складывается из мнения о большинстве, то есть не обо всех так говорят. Ну, это стереотип. Ну, а откуда? А почему они так думают? Из-за чего? Из-за поведения нашего или из-за чего? Ну, допустим, туристы и политики ведут себя неподобающим образом в отношении. Но все-таки это люди, когда ведут себя определенно где-то, это запоминается и складывается вот это мнение. Спасибо большое. Почему они так думают? Как вы считаете? Ну, мне кажется, такого мнения уже нету, потому что есть YouTube, там есть много роликов реакции. Американцы пробуют русскую еду, культуру. То есть, как бы сейчас уже все настолько смешано, что, наверное, те, кто думает, что русские варвары или, в принципе, какой-то национальности, что итальянцы макаронники или что-то, это уже стереотип. То есть, вы думаете, такого нет уже, да? Мне кажется, нет. Это вы к нам подошли, чтобы... Почему? А я ко всем подхожу. Почему они так могут думать, как вы считаете? Потому что они слабохарактерные. Да. Они слабохарактерные, да. То есть, вы едины в этом мнении, да? Да, да. Ну, может, из-за внешних данных или по поведению, или какой-то миф входит, то, что россияне там... Ну вот миф, а откуда он может идти, как вы думаете, как ноги миф. Растут у мифа у этого, откуда? То, что вот русские там типа пьяницы, тоже миф, да, но они видят, что там русские постоянно выпивают, куда-то приезжают, а вот то, что мы агрессивные, то есть не то, способствует что... это поведению какому-то нашему, как вы считаете? Да нет. Например, этот миф, возможно, то, что у нас ведь русские за границей не бываем, бываем. И, следовательно, там мы себя ведем так же, как и в России, из этого. Ну, то есть у этого есть, как бы, причина действительно, или это выдуманное про нас? 50-50. Спасибо большое. Вы думаете, почему они так думают? Да они прям вообще долбоебы такой, да? Потому что они не были в Чайковском парке. Вот это поворот! Не были. Так. Не были. Ну, да. Это, то есть это неправда или правда? Это неправда. То есть мы хорошие, добрые. Да, конечно. Спасибо большое. Почему они так считают? Ну, кое в чем мы бываем жесткие, агрессивные. Иногда можно быть и по-другому. Помягче, да? Да. А как это проявляется, как вы думаете? В чем? А из-за чего они так думают? Ну, я вот не всегда бываю согласна с политикой, с нашей международной. Знаете, все равно жить надо договариваясь, а не ставить друг другу ультиматум. Понятно, да. Ну, у меня вот соседи на даче всякие. Договариваюсь. Да. Вот, ну, меня вот больше интересует не именно политическое, а именно вот мнение людей. Вот там, вот, спроси кого-то, там, русский это пьяница и агрессивный какой-то человек. То есть, ну, пьяницы, понятно, мы выпиваем там на глазах, а вот агрессия наша чем проявляется, как думаешь? В каком поведении? Вот? Ну, мы не дипломатичные. Не дипломатичные. Мы не дипломатичные. Угу. Там, где можно поговорить, мы это переходим. На кулаки, на мат, понятно, на все прочее. Мы недостаточно деликатны, мне кажется. Хорошо, понятно. Спасибо большое. Не знаю, без понятия. Мы нормальные люди. Да, ну мы нормальные. Но почему они могут так считать, как вы думаете? Ума не подвожу. От незнания. От незнания. Все, понял. Спасибо большое. Да, пожалуйста. Ну, люди, как вы думаете, почему они так могут считать? Боятся. Боятся нам? А почему? Не знаю. Угрозу, наверное, кто-то представляет. Ну вот это, наверное, больше политические какие-то, а вот именно обычные люди, вот кого вот спрашивают на улице, они считают, что русские достаточно такие агрессивные. Почему вот обычные люди могут так считать? Тоже знаю. Боятся угрозы какой-то? Конечно. Ладно, спасибо большое. Когда концерт дадите? Нет, в России у нас люди хорошие. Не знаю. Нет предположений никаких? Нет вообще. Здравствуйте. Не согласитесь нам просветить? Добрый день.
Не согласитесь ответить на вопрос? Извините, я торопился. Хорошо. Все торопятся. Никто не хочет говорить. Девушка, здравствуйте. Согласитесь на вопрос ответить на кино? Хорошо. Здравствуйте. Не согласитесь на вопрос ответить? Здравствуйте. Не согласитесь на вопрос ответить? Здравствуйте. Не согласитесь на вопрос ответить? Нет. Спасибо. Здравствуйте. Не согласитесь ответить на вопрос на один? Какой? Про американцев. Спасибо. Упаси бог про американцев. Вот такое вот у нас. Не знаю, почему люди боятся камеры. Уже, наверное, человеком к 100 подошел. Почему они так много считают? Из новостей, из прессы. Ну, это правда или нет? Нет. То есть мы нормальные, да, хорошие. Все. Спасибо. Мы хорошие, понимаете? Мы хорошие. Ужасно занятый народ у нас в России находится. Никто не хочет отвечать. Сами дураки. Сами дураки. Конечно. То есть ведем себя так. Нет, не они дураки. А, они не дураки. Мы, конечно. То есть мы хорошие. Я думаю, да. Мы не агрессивные. Нет. Однозначно. Я думаю, что во всех. То есть это стереотип, да? У любых, да, наций есть люди, которые ведут себя. Ну, мало ли, я встала сегодня не с той ноги. А вы мне попались, да? Угу. И вот от этого делать вывод, что люди агрессивные. Понятно. Нет. Спасибо большое. Конечно, что обращайтесь. Вот такое разрозненное мнение людей у нас с вами было. И давайте поговорим дальше в этом вопросе. Ну, здесь, конечно, я придерживаюсь того мнения, что у нас действительно народ достаточно злой, агрессивный. Я сам даже по себе замечаю об этом. Вот буквально недавно ко мне подходила, да, буквально вчера подошел ко мне человек. Он еще рот не открыл, просто вот он подошел ко мне, рот открыл, чтобы что-то спросить. Он еще ничего не сказал, и я уже жду от него плохого. То есть я уже сразу нахмурил брови, сейчас меня начнут что-то впаривать, сейчас меня начнут обманывать. СМС-очка пришла, секунду, ребят. А, ну так что тогда звонить, все, давай. И это очень плохо, это очень наглядный пример. Хотя я сам очень человек справедливый, пытаюсь постоянно поступать правильно, ну, у меня есть тяга, самая сильная моя тяга, это тяга к справедливости, наверное, к свободе, к справедливости, и мне всегда стыдно, когда я веду себя недостаточно по-доброму с кем-то, потому что почему это вообще происходит? Вот вы видели сами пранк вот этого Соболева, да, когда он падает, хватается нам за сердце, и потом сколько человек там подойдет и скажет, окажет помощь, скажет там что-нибудь, помочь или, в общем, какую-то окажет помощь. И действительно, у нас очень многие проходят мимо. И в конце Соболев делает такой вывод, типа, вот наши люди там, типа, такие вот плохие, вот в Америке все подходят, все начинают там помогать, у нас там 1 из 10, а у них там 10 из 10, там, или сколько он сказал. Что же заставляет наших людей безучастно проходить мимо в подобных ситуациях? И он это вменяет в вину нам, хотя человек вроде бы известный, уже на тот момент там у него около 1 000 000 было на этом канале, Рака Макафо, по-моему, назывался он. И сейчас у него там что-то несколько 1 000 000 уже на его личном канале. Человек вот не делает более глубокие выводы, вот он поверхностно, он сделал вывод, вот мы плохие, они там хорошие, значит нам нужно что-то переосознать, и он не копает глубже. Почему люди у нас проходят мимо вот так вот, когда человек лежит, а все ведь лежит на поверхности, в чем здесь прикол? Прикол-то в том, ребят, как раз, что у нас люди, многие, проходя мимо какого-то лежачего человека, просто первая мысль, которая приходит в голову, думает, пьяный. Вторая мысль, которая приходит русскому человеку в голову, то, что у меня своих проблем вот так вот. И нагребать на себе идти, это надо вызывать скорую, ждать кого-то, полицию, там, милицию или еще что-то, пока кто-то приедет, тебя начнут задавать вопросы, да нафиг мне все это нужно, я пройду мимо, все, мне ничего не надо.
и винить нас в этом, в принципе, мы достаточно добрый, терпеливый народ, но при всем при этом мы достаточно жесткие и агрессивные. Терпеливые мы с властью, жесткие и агрессивные мы друг к другу. Из чего это сложилось? Это не сложилось, потому что мы такие. Понимаете, здесь нужно копать намного глубже и понимать, что нас веками превращали вот в этих вот жестоких, жестких достаточно людей. Потому что в первую очередь сознание обрабатывалось, я говорю, сразу с прихода христианства на Русь, сознание начало обрабатываться таким образом, что подменялись морально-этические ценности, подменяться начали, и за хорошее нам начали впаривать плохое, называть плохое хорошим и наоборот. И потом после этого пришел Советский Союз, там тоже определенные свои догмы втюхивали нам. Об этом можно долго говорить. Потом пришла демократия наша, да, с Путиным. И сейчас народ совсем обнищал, народ стал более нищим, чем за все это время, по-моему, вообще. То есть разрыв между богатыми и бедными сейчас очень сильный. И вот в такой среде, замордованной среде, наш человек рос поколениями. Из поколения в поколение рождался сын, подрастал, рождал своего ребенка. И ребенок по мере своего взросления, он видел все, что происходит вокруг, и впитывал это в себя. И естественно, вот представьте себе американца, богатого и сытого американца, когда он живет, и у него хороший доход, у него, у его мамы, у его папы, все живут достаточно хорошо, продукты, все это замечательно, на все хватает. И особых проблем каких-то нет. Да, есть свои какие-то нюансы у каждой страны, но если сравнивать уровень жизни американца и русского, вы сами понимаете, о чем здесь можно говорить. Теперь ответьте мне на вопрос, как можно быть замечательным, добрым и отзывчивым человеком, когда ты живешь в жесткой среде? Вот представьте себе. Вот я недавно смотрел про Венесуэлу, просто ролик какой-то, и там ведущий этого канала рассказывал, что вот там преступность, вот, если вы, к вам подойдут на улице и попытаются вас ограбить, вы просто должны поднять руки и ничего не делать. Потому что если человеку будет по времени, он поймет, что с вами долго возиться, он вас просто убьет. То есть, ну там, застрелит, зарежет, там, неважно. То есть, если вы будете сопротивляться, он подумает, нафиг это надо, мне этот гемор, бам, и забирает у вас все деньги. Вот представьте, как в таком вот атмосфере, у нас не как в Венесуэле, у нас получше, конечно же, да. Но у нас тоже достаточно жестко все. И вот теперь представьте, как в таких условиях человек должен быть добрым, отзывчивым, прекрасным, замечательным человеком. Вот как? Мне непонятно это, почему Соболев, рассуждая, вот делая такие вещи, он просто поверхностно очень сидит. И подходим к вопросу, кто же в этом виноват все-таки, да? Конечно же, наша власть. Наша власть, которая держит народ в таком состоянии. То есть состояние такого, что человек постоянно ждет какой-то угрозы, обмана, нападения какого-то, то есть постоянно чего-то негативного. Да, ты смотришь репортажи какие-то на американских улицах, там все ходят довольны, с улыбками, все друг другу улыбаются. Пусть это 10 раз говорится нам, что эти улыбки искусственные и там ничего они не значат, но я лучше буду смотреть на довольные улыбающиеся лица людей, чем вот на наши хмурые вот эти. Вот зря я сегодня не снимал всех людей, которых, ну, просто немножко какую-то корректность пытался проявить, но я не снимал всех людей, которым подходил. Основная масса, там, 90% людей, которым я подходил, это люди, идущие вот, буквально у них брови вот так вот, сделаны брови, и как только они видят человека стоящего, да, на обочине дороги, ну, я просто стоял и ждал, люди мимо меня проходили там, например, я стоял и ждал, чтобы задавать вопросы, ну, чтобы с камерой не бегать, я задавал вопросы просто людям, проходящим мимо меня. Естественно, я там делаю шаг навстречу человеку, которому я хочу задать вопрос. И 90% людей, реакция у людей, это сразу недовольное злое лицо на тебя. Ты еще рта не успел раскрыть, а они уже смотрят на тебя как на врага. То есть они ожидают чего-то плохого сразу. Ты им еще ничего не сделал, ты улыбаешься, ты приветливо к ним подходишь, они смотрят на тебя зло просто. И это, конечно, печально. Вы видели разные мнения людей, которых я сегодня опросил, и
Многие из них говорят, что нет, мы не злые, мы замечательные. Конечно, конечно, в каждой стране есть добрые и злые люди. Но большинство людей, вот я сегодня просто вот этот опрос затеял, да, среди населения, и я понял, что у нас достаточно люди озлобленные. Ну, представьте себе, вы живете, вы считаете деньги, чтобы сходить в магазин, вот не в этот магазин. Вы здесь купили половинку продуктов, а в другую половинку продуктов идете покупать в другой магазин, потому что там дешевле, там, на несколько десятков рублей. То есть вы не пришли просто закупились в магазин, мы даже с девушкой так делаем. То есть мы идем в магазин, мы точно знаем, что здесь цены вот на шоколадка здесь стоит на 10 рублей там, или на 15 рублей там, дороже шоколадка, которую мы едим, там веганская. Дорогая, 100, там, 132 рубля и 145 рублей в другом магазине. И мы уже просто не покупаем, мы просто делаем несколько, там, 200 лишних шагов до другого магазина и покупаем там. Хотя, казалось бы, это вообще уже измордовать нужно настолько население, чтобы люди вот так вот, как бабки уже, молодые люди достаточно, ходили в разные магазины, они пришли все в одном, бах, купили, мешки наполнили, принесли домой, закинули в морозилку, в холодильник, потому что это просто обычная жрачка. Это здесь не должен человек высчитывать какие-то деньги. И вот как при этом всем человек должен отзывчиво на другое горе отзываться. Мы очень добрая нация, русские, славяне, мы очень добрые, там, украинцы, сербы, там, все эти. Мы достаточно добрая нация изначально. Но если ты ждешь, будешь жить в бандитском районе, ты будешь постоянно с осторожностью ко всем относиться. Или вообще быть на всех злым, потому что ты живешь в нищете, ты не можешь себе позволить развлечься, ты пашешь от звонка до звонка на работу, на работе ты возвращаешься и... Какие путешествия, да? Какие путешествия за границу? Какие интересные там, я не знаю, ты покупки себе можешь совершить, хобби какое-то. Вот человек захотел поехать там, например, покататься на коне. Представьте себе просто рабочего, который решил покататься на лошадях. Он вот придя с работы домой, уставший, измордованный и вот с такой зарплатой там в 15-25 тысяч, да? И он пойдет на коне кататься. Ну вот чтобы какой-то, вот не просто, человек, мы же не биороботы, да? Мы должны жить так, чтобы получать от жизни удовольствие. Да, вы скажете, раньше люди охотились копьями, чтобы поесть, да, конечно. Но это время давно прошло, когда, чтобы поесть, нам приходилось там километры по лесу бегать, загонять какую-то дичь. Сейчас все это, конечно, нам нужно работать, да, нам нужно зарабатывать себе на еду, но это должно быть дозировано. Жизнь человека не должна складываться на... Вся жизнь человека не должна уходить на то, чтобы зарабатывать себе на еду и одежду. Представляете? В чем смысл жизни, многие спрашивают, да? А вы никогда не ответите на этот вопрос, потому что у вас нет времени на это. Вы, как крыса в лабиринте, бежите, как хомяк в лабиринте. И все ваше время занимает то, чтобы оплатить коммуналку, купить поесть и купить одежду, чтобы не в дырявых штанах ходить. Вот вам и вся логика, чем беднее страна, вывод, да, из сегодняшнего ролика, чем беднее страна, тем люди в ней злее. Может, это аксиома не для всех верна стран, может, где-то и все по-другому, может, нищие люди, где есть и самые добрейшие нации в мире, но, тем не менее, я считаю, что люди добрые в нищих странах, это люди такие, которые не видели хорошей жизни. То есть представьте себе человека, вот мы, рассуждающие, достаточно сообразительные, русские очень сообразительные люди, славяне. И представьте себе людей, которые живут, видя другую богатую жизнь других людей, и они не будут злобиться от этого. Да будут, конечно, конечно, конечно будут. Если бы мы не видели хорошей жизни, не считали, что вот, у нас были бы только плохие примеры, вот во всем мире хуже, да, мы бы, наверное, были бы не такими злыми. Хрен его знает. Может быть, полузлыми, я не знаю. Но мы реально, мы русские, славяне, там, украинцы, мы достаточно злые люди, потому что жизнь наша такая. Жизнь наша нищая, тяжелая и... Что с этим делать? С этим нужно делать, нужно выходить, нужно протестовать против власти, убирать всю это. Нужно каким-то образом проталкивать власть людей, которые будут убирать всю эту неприкосновенность, сумасшедшие зарплаты депутатам, честных людей, справедливых, которые будут сразу вызывать там полицию, сажать людей, когда им приносят конверт с деньгами, там, взятку какую-то.
ничего не изменится, пока не изменимся мы с вами. Все взятки, все, которые людям дают какую-то вот, чтобы человек подсидел, обманул, каким-то образом еще обмухлевал другого человека за сумму, которую ему занесли. Пока мы в самом маленьком своем люди, в самом маленьком локальном своем дворе не перестанут так делать, нужны вам какие-то документы, вы занесли деньги, да, чтобы вам побыстрее их сделали. Вот все из этого идет, да? Занесли денежки, твой вопрос решили. Нет, нужно стремиться к тому, чтобы наши вопросы решались одинаково у всех, без всяких вот этих вот конвертиков и всего прочего. Все это достаточно печально. В комментариях вы к стриму не написали, один человек только написал, чтобы я снимал дома, а не на фоне там разбитого двора. Ну, здесь вроде более-менее двор такой, не совсем ужасный. Поэтому Соловьев, почему я Соловьев говорю? Соболев, который делал ролик, вот эти пранки, сердцем он там падал, достаточно поверхностный человек, потому что, ну, не сделать вывод, который лежит на поверхности, это очень странно. Поэтому мы с вами должны все-таки противостоять этой системе, бороться с властью и стараться быть добрее, конечно, друг другу. С вами был Сокол, истинный маг. Да пребудет с вами сила, друзья.